Здравствуйте, Давид. Мы с вами не общались уже месяц, но я очень хочу поделиться нашими успехами. Сразу после сеансов я заметила, что Артём бегает за мной, как хвостик. Куда я, туда и он. Потом за эти новогодние праздники к нам приезжала моя сестра, и Артём снова играл с её младшим сыном. Тот прыгал на ослике, Артём бегал за ним, хлопал в ладоши, так искренне радовался, что-то пытался с ним там играть в машинки. Ещё был такой момент, он застеснялся старшего сына моей сестры. Я уже не помню, когда Артём стеснялся. Вот, потом мы уезжали на полторы недели к родителям моего мужа, и он там почему-то снова начал бить себя по голове, но там же он играл со своей сестричкой, он сначала заметил овечек у нее на ножках, потом сестричку в целом, он потянул ее за собой, он за ней побежал, она за ним побежала, она легла на пол, он за ней повторил, он ей в глаза заглядывал, вот. Был такой контакт между детьми. На днях мы сели с ним играть посудкой. Я ему показала, что можно напоить куколку. Он повторил. Он напоил куколку, он напоил ослика, он как будто напоил меня, как будто сам попил. Раньше такого не было. Не было такой имитации с игрушками. Он начал интересоваться книжками. Раньше он их практически не смотрел, сейчас он смотрит книжки. Ему очень нравятся карточки с картинками. Вот. Моя мама, кстати, заметила, что он начал больше проявлять интереса к игрушкам, он начал больше проявлять интереса к дедушке, к бабушке. Кстати, я еще заметила, что когда я ухожу, он мне во след плачет. Я тоже не помню, когда он последний раз плакал мне во след. Еще такой момент. Он хочет компании. Когда мы вот садимся обедать или ужинать с семьей, он к нам приходит и сидит с нами. Даже если он поел, он сидит с нами в компании. Вот единственное, что меня тревожит, это то, что он снова себя бьет по голове. Причем бьет, ну так, не слабо, так хорошо бьет. Вот. В общем, у нас вот такие хорошие новости. Я очень рада этим изменениям. И я очень-очень вам благодарна. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы нам помогаете.